почему же посоветовать? Посоветовать защитить здесь всегда, независимо от того, что на улице, минус либо плюс. Пускай жарко, пускай душно, пускай потеешь, но это спасает от истирания. Защита нужна в любом случае. Защита нужна в любом случае. Ездить просто в шортиках, ребят, вы сотретесь полностью, мало того, что поломает. Что касается основной защиты для москвиста, это шлема. Как шлема не советую искать, пытаться на этом экономить. То есть нормальный шлем должен быть всегда. Дешевые китайские шлема раскалываются от любого маленького удара. Так что на шлемах экономить нельзя. Шлем должен быть обязательно и не китайский шлем.